Социальные сети ставропольцев заполнили экстремальные фотографии. На них видно, как люди падают с небоскребов, ходят по крышам, попадают в пасть к акуле и даже сражаются с динозаврами. Особо впечатлительных сразу предупредим. Это всего лишь декорации. В краевом центре открылась выставка 3D-картин. Благодаря ей Анастасия Зубрицкая тоже почувствовала себя в экстремальных условиях. Они падают с небоскреба и при этом успевают позировать. Бояться нечего. Это только фотодекорации. Вероника увидела необычные фотографии друзей в интернете и тоже поспешила на выставку вместе с сестрой и братом. Мы сегодня решили попробовать посетить такое мероприятие. Думаем, проведем его очень хорошо. Куда фотографии будете? В соцсети. Почему? Не знаю, наверное, потому что сейчас это принято. Как бы Инстаграм, всякое такое. Не выходя из одной комнаты, здесь можно оказаться в разных местах. Например, почувствовать себя главным героем фильма «Парка юрского периода». Полетать на почти настоящей ракете. Оказаться в пасти у акулы. Угодить в тарелку. Или поздороваться за руку с самим президентом. Здравствуйте, Владимир Владимирович. А еще искупаться в фонтане денег, оказаться под ногой великана и дотронуться до медведя. Всего здесь 25 картин. Такие 3D-декорации – безопасная альтернатива для любителей экстремальных фото. Наши мечты сбылись. На крыше сфотографироваться мечтали? Да. Картины получаются очень красивыми, фотографии тоже. Появились на выставке и постоянные посетители. Те, кто приходит сюда чуть ли не каждый день. Очень интересно, очень впечатляет. Мы уже пятый раз сюда приходим. Да, потому что нам очень нравится. В Ставрополе это единственная выставка 3D-картин. Чтобы ее открыть, связаться со специалистами и заказать композиции, организаторам потребовалось около месяца. Но идея появилась гораздо раньше. Много лет назад видела в интернете подобную выставку за границей. Не помню точно, или в Китае, или в Корее. И мне тогда еще эта идея очень понравилась. А сейчас появилась возможность открыть такую выставку у нас в городе. Картины в таком формате набирают популярность во всем мире, причем технику часто используют и за пределами зданий. Вот самые известные уличные шедевры. Эту трехмерную картину на асфальте «Раскол ледника» создал немецкий художник Эдгар Мюллер. Его первая большая работа «Водопад». Написал мужчина ее 9 лет назад в Канаде. Тогда это была самая большая 3D-картина на асфальте, размером в 280 квадратных метров. Автор этих картин – Трейси Ли Штум. В 2006 году она, как самая знаменитая уличная художница, попала в Книгу рекордов Гиннесса. Это работа английского художника Джулиана Бивера. Рисует он на улицах всего мира, однако долго такие картины не живут. Их смывает дождем и остаются они только на фотографиях. В Ставрополе искусство в формате 3D прописалось надолго. Выставку в краевом центре установили на постоянной основе, а композиции со временем будут обновлять. Анастасия Зубрицкая, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение.